Конечно же, в первую очередь для поиска потенциальных партнеров, потому что многие предпочитают выставки. Максимальная концентрация производителей, максимальная концентрация представлена лидеров. Личное общение не заменит даже разговор по телефону, когда с человеком зрительный контакт, когда можно организовать демонстрацию, посмотреть аппарат, потрогать его. Цель основная – найти новых людей, да, познакомиться. И помимо того, что это поиск новых партнеров, это еще и повышение узнаваемости самой компании. Люди задаются вопросом, видя название как бы Candela, что это, кто это, что они себя представляют. Соответственно, вызывает интерес и большее распространение информации о самом бренде и о технологиях. Идет второй день, и, в принципе, заинтересованных целевых партнеров мы уже встретили, познакомились и будем общаться дальше. При знакомстве мы всегда задаем вопрос, знаком ли он уже с компанией, что имеется в портфеле, какие технологии. Если человек отвечает, что нет, конечно же, мы рассказываем и тем самым распространяем информацию. На стенд к нам приходит, конечно же, максимально целевая аудитория. То есть это или владельцы бизнеса, или доктора, которые выбирают для себя оборудование, смотрят. Человек может одним днем пообщаться со всеми менеджерами, посмотреть все технологии, то есть нет необходимости назначать множество встреч. Интершарм все же это самая крупная, самая масштабная, известная выставка из подобных. И, конечно же, то есть мы как компания, которая заинтересована в постоянном поиске новых партнеров, будем участвовать. Хотелось бы, конечно же, выразить благодарность организаторам выставки Интершарм. Как обычно, все на высшем уровне. Спасибо за все меры безопасности, что заботитесь о нашем здоровье, о здоровье наших посетителей. И вам процветания, успехов. И пусть выставка будет ежегодно, два раза в год, как это было всегда.